Привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. Мы в студии Игоря Толмачева, и сегодня мы будем обсуждать, какой набор косметики нужен для девочки 14, 15, 16, 18. В общем, для девочки, которая никогда не пользовалась косметикой, вдруг решила начать, что нужно, что необходимо. Ко мне обратилась мама, говорит, надо, вот, чтобы все было по науке. И я такая, хорошо, без проблем. Все, поехали. Вот такие ватные палочки. Я их вижу очень-очень редко. Когда вижу, беру сразу много. Где-то рублей 50 как-то так. Они стоят, с одной стороны они круглые, с другой они такие вот для визажистов острые. Для чего? Острые? Это можно именно подтирать стрелочку или тушь размазалась. Вот мицеллярку и прям точечно, аккуратно, вот именно такой кончик позволяет там под реснички пролезть. В общем, очень классная штука, супер. Поехали дальше. Вот мы берем отсюда, вот мы берем отсюда. Вот, вот так вот излишечки мы вот сюда, чтобы она была тонкая. И вот они, волосочки. Вот они. Видите, прям волоски. Прям вот так вот раз, заполняем бровь. И кажется, что это как будто бы... То есть можно рисовать волоски, вы видите, да? Вот так. Потом кисточку почистить. Ватный диск, мицеллярка. То есть каждый раз ее намывать и сушить кисти вот так нельзя. То есть когда вы моете кисти, вы их на бумажное полотенце выкладываете и сушите вот в таком положении. То есть после каждого использования? Нет. Это можно просто стереть. После каждого использования вы их угробите очень быстро. Это уже как бы отдельное видео, тематика отдельного видео. Что там с ними делать? И у нас есть еще вот такие, вот такой вот как бы браш-кейс. У нас тут есть всякие из фикс-прайса кисточки. И у нас тут тоже есть еще так из фикс-прайса, мимо чего там не надо проходить. Вот это для зоны румян и контуринга. Еще одна кисть-консилер. Это вот эта потрясающая кисть. Я обожаю эту форму. И это для точечного использования. Вот такая точилка вам понадобится для того, чтобы точить карандаш для бровей. Ну и в будущем у вас появятся карандаши для губ. Так, и еще у нас такой последний классный. Это вот такой Лайм Крайм в оттенке Утопия. Очень классный цвет для девочек. Вот такие патчи. Вот такой спонж. Вот такие полоски на нос. И где-то тут у нас еще было много. Ну ладно. Да, здесь. У нас еще опять же вот полоски на нос. Маска от проблем кожи. Патчи золотые от комплимент. Коллагеновая маска, да. Вот такая масочка от комплимент. И вот такие это секреты Лан. Это, в общем, когда вам нужно, чтобы губы были просто бомбические. Все. Все, все, все. Да, ничего страшного. Но вам все равно это придется все. Ну, как бы мыть однозначно. Вот, мамочки, берите пример, да, напополам. Ну все, давай, тормози. И Brow Drama от Maybelline. Два продукта по цене одного. Короче, вот как-то так. Вообще акция называется. Я уже в руках такой держу, наверное, третий или четвертый. То есть я такое приобретала. Вы можете посмотреть мои покупки. На Ирмаге вы увидите, что... Brow Drama это тушь для бровей. И вот такой лайнер Art Visage. Давайте, наверное, как бы вот с этого начнем. Поехали. Ты не убирай ничего, показывай нам. Я думаю, что ты не туда. Да, вот туда. Здесь стоп. Идем дальше.
С другой стороны? Да. Если... Это вы тогда не попортите коробочку. Спить не могу. И подожди, еще пока открывать. Все. Вот. И потом мы поворачиваем вот так. И вот здесь мы это открываем. И мы вот такое видим, да. Можешь даже ее оставить, эту коробочку, и складывать в нее какую-то мелочевку, типа там помадка, блеск, там это вот это. Да, плюс тут еще схемы. Покажи, вот Юрий Столяров вообще, очаровашечка, все его любят, это брендовый визажист. Maybelline в России, поехали. Покажи сейчас щеточку, я тебе расскажу, что с ней делать. Да, вот так выглядит она. Открываем. Аккуратненько, аккуратненько. Видите, да? Вот так. Да, вот, смотрите. Вот здесь вот как бы маленькая такая, а вот здесь как бы большая. То есть вот это кладет, наносит продукт на ресницы, а вот это распределяет и ресницы делает вот так. То есть вот этой частью ты красишь, а вот этой частью ты как бы распределяешь и расчесываешь. И сама по себе тушь такая, что... Да, что вы не переборщите, никуда не залезете вообще ей. И она никуда не сыпется, и она реально, говорит, там термотушь, то есть она водостойкая в жару. И я думаю, что в холод и в дождь она тоже водостойкая. Это Brow Drama, здесь очень интересная кисточка. Когда кто-то говорит, боже, это ужасная кисточка, я могу сказать одно, у этого человека руки растут из жопы. Правда. Посмотрите, вот этот кругляшок, да, он именно взъерошивает бровь, он именно как бы распределяет тоже волосы во все стороны. Если эта штука вам, например, надоедает, и потом туши будет меньше, знаете что, когда тушь кончится, вы покупаете коричневую тушь Art Visage, туда так шик-шик-шик и обратно, и дальше пользуйтесь, понятно? Я лично делаю так. Иногда. Иногда, конечно. Когда такого предложения нет на рынке. Потому что на рынке обычно каждый из этих продуктов идет в районе 500 рублей. И не на коричневый? Да. Поехали. Открываем вот эту красоту. Вот сейчас у нас будет... Совершенно чистейший затест. Я думаю, что работники арт-визажа сейчас просто припали к мониторам. И мы будем сейчас реально смотреть, бежит эта подводка или нет. Потому что раз на раз, партия на партию не приходится. Также надо было найти пунктир. Нет, не по пунктиру. Вот по пунктиру. Вот. Такой кончик, да, потрясающий. Совершенно. И сейчас мы будем его тестировать. Там, где у нас есть косметика, мы проводим линию. Мы можем делать линию тонкую, мы можем ее делать толстую. Вот такую стрелку можно рисовать. Смотрим дальше. Продукт не разбегается. Тебе очень повезло, дорогая. Просто супер. Вот так вот в одно касание. Можно, в принципе, просто прикладывать. То есть стрелку можно вот нарисовать, как я сейчас показала. А можно именно прикладывать, это будет тот же самый эффект. Только когда вы прикладываете, он может побежать в морщинки, но в данном случае никуда не бежит, вам повезло с экземпляром. А так бывает, да, раз на раз не приходится, честно. Красивая, яркая, насыщенная, очень красивая, драматичная стрелка, очень бюджетный продукт, просто все супер. Обожаю ее, пользуюсь 150 лет и периодически очень мне очень-очень нравится. Это блеск. Давайте его потестируем тоже. Он почти прозрачный. Он напитывает кожу. Он кожу губ. Он бесцветный, как вы видите. То есть оттенок очень-очень такой прозрачный, свежий, нежный и очень легкий шиммер. Очень вкусно пахнет, очень бюджетно стоит. В косметичке должно быть, я не знаю, у девочки, у девушки, у бабушки, у ребенка. Вот, знаете, когда такое есть, то как бы другие бренды, которые в 2-3 раза дороже, я вообще не понимаю, зачем просто их покупать, правда.
Your shoes are sick.